Шитье на плоскошовных машинах имеет одну особенность. Для каждого шва надо использовать или специальную машину, или универсальную плоскошовную машину с приспособлениями. В случае работы с приспособлениями сохраняется возможность переналадки машины в зависимости от решаемой задачи, но падает трудоемкость и нет гарантированного качества. Повышается требование к опыту и квалификации швеи. Несмотря на это, машины с приспособлениями предпочитают многие небольшие производства. Производства, шьющие разный ассортимент моделей и изделий, и те, кто только открывает свои цеха. Мы попытались показать наиболее массовые приспособления для наиболее востребованных швов. Распошивание швов можно выполнять с использованием направителя, его часто называют носиком, входящего в комплект многих моделей машин. Его устанавливают в зависимости от того, куда сгибают припуски соединительного шва – вправо, влево или по центру. Сам носик при шитье должен идти по линии шва. Для качественного распошивания можно использовать и специальный направитель, устанавливаемый перед лапкой и загибающий припуск шва в нужную сторону. Мы его не показали. Работают обычно с двумя иглами и петлителем. Подшивание низа на плоскошовной машине должно производиться с подгибом припуска вниз, и поэтому приспособление должно ориентировать край подгибаемого припуска относительно левой иглы и задавать его величину. Самыми простыми являются приспособления, состоящие из двух частей, закрепляемые справа от лапки и регулируемые так: нижняя часть по левой игле, а верхняя по величине подгибаемого припуска. Практики нередко работают только с нижней частью, без верхней, или заменяя ее магнитной линейкой. Приспособлений для подшивания достаточно много, и подбираются они в зависимости от изделий, вида трикотажа. Предпоследний из показанных, по заверению изготовителя, борется со скручиваемостью края трикотажа при шитье. При подшивании часто используют только две иглы и петлители. Все приспособления монтируются в одном месте машины. Регулировки всех производятся по левой игле и по величине подгиба. Пятиниточные машины с верхним раскладчиком могут использоваться для соединения деталей накладным швом. Нахождение деталей друг на друга должно быть не больше ширины плоской строчки. Такие ограничения ширины и ориентации краев относительно крайних игл производятся показанным приспособлением. Нижняя его часть настроена по правой игле, а верхняя – по левой. По данной схеме можно соединять не деталь с деталью, а деталь с резинкой или кружевом. Работают с двумя или тремя иглами, петлителем и раскладчиком. Часто плоскошовные машины используют для окантовывания срезов бейками, тесьмой или даже эластичной тесьмой. Типов окантовывателей достаточно много. Их разделяют по числу сгибов, ширине бейки на входе и выходе из окантовывателя. Мы хотели показать внешний вид окантовывателя для универсальных плоскошовных машин. Окантовыватели для специальных плоскошовных машин имеют иной вид из-за другого крепления на машине. Установка многих приспособлений не ограничивает переделку машины. Можно и нужно использовать специальные лапки, разнообразные подставки и направители для рулонных материалов. В любом случае специальные плоскошовные машины будут иметь преимущество перед машинами с приспособлениями.